мы вот это, то это можно сделать. Смотри. Вот, и совет. Сила куда она и каша? Уверенность в себе, психическое здоровье. Сила воли. Сила тела, мышцы, спину. Нет, это части тела. А, скорость, выносливость. Вот, я понял. Скорость, выносливость. Дыхание. Это тоже. Молодец. Погоди. Мне повезло. Тебе повезло. Это было легко. Здрасте, мама, я в телевизоре. Это было легко. Тебе повезло, номер 13. Как называется? Спортивные препараты. Как наказывается неспортивное поведение? Что такое неспортивное поведение? Когда не по плану идет, что ему сказать? Он делает все, что хочет, только не то, что надо. И как вот обычно вот, наказуемое вот это? Если он думает. Аша, да, и ча май край, слушай, да, пына тут, чей семей фаши. Желтая карточка. Предупреждение. Надо Андре Барри Харис. Что это за очко? Травма. Травма. Илья пропис до тот фену. На Мари партии, ну, Саша, страшно шкала была. На бутылке Арисок свечал, а на себе шо? Нет, он же ICB есть, это ты крутишь, шапку. Ну, он причитывает, чем один сантиметр травмы. ВНТ, ВКСШ, у него 8 антенн, 6 фракций. Следующий. Дима, подари. Номер билета. Что ты знаешь про бугуртную номинацию в историческом финиковом бою? Что такое неспортивное поведение, в чем оно выражалось? Бугуртная номинация – это групповой бой. Его основное отличие – то, что счет идет не на попадание, а по сути, кто останется на ногах. Есть номинации 5 на 5, 12 на 12, 30 количество участников. Все, пройди дальше. Так, что такое неспортивный поведение, в чем оно выражается? Удары по запрещенным точкам. Противоречие правилам, то есть, например, если запрещено валить в рукопашную, но это используется. Плюс. Что делал Сережа на прошлой тренировке? Пятилеевость. Да, да, тихо. Ну да, к слову, скорость судьями. То есть, если это не капитан команды. Самое удобное спортивное. Следующий! Кто не был на теории? Раз, два. Дан. Дан. Дан, Вова. Окей, Дан, давай. Что ты делаешь? Давай, выбирай билет.
Димка, это... А ты можешь слушать молча или пойдешь бить балду сейчас? Какой номер билета? Номер билета? 12. Знаешь, про 12, 16, 16. Что ты знаешь про щепеть? В прямом, вот в целом, что ты знаешь про щепеть? Что такое щепеть? Щепнешь. Так, пошел. Живо. Имеется в виду турнирная номинация. Щепеть. Соберись. Вот же Рома нас рассказывает. И слушай, хочешь, ты можешь ответить на второй вопрос, потом вернуться к первому. Да. Что у тебя на втором? Какая часть НК необходимо попадать в турнир, в номинации и собрать? Как это? Нет, вот меч, да? Вот железный меч. Какими частями тебе нужно попадать? Что? Какими частями считается? Сухатишь? Да, кумкарь перца асаби и кому вежди сухатишь? Шинка, да, если так и тямбара, да, так и жилет. Кари парти треба си мерешка с сухат. Соберись, ту штии распунс. Ну, да, шинка, кука, потом шинка. Путин был Вик Сахата. Карри Парки Асса. Парс села приму, вот я сяду все меди. Чи я стан генерал, чи репрезентант? Щитмень? Да, вот чи я. Я умала. Молодец. Молодец. К этим ключевым, короче, номинация надо отпустить. К этим помеса? Да, к этим помеже лукта. К этим помеже лукта. Генерал, где ты проявил? К тебе вода, дай помыться. Что-то меньше на равнине, да, слышишь? Горизонтал? Да, и как купатия спустите. Купатия спустите, да, но прима партия, если не скорее, когда купатия, а прима партия садит, да. Да, плюс он говорит, что лучше, когда кто говорит, что лучше, когда кто говорит, что лучше, когда кто говорит, что лучше. А до, а сейчас не лучше. Если вы не будете, спады, сейчас будет. Добро, сори, кажется, встречу приходит, когда мы включаем арлок до рунди. Это у минут. Dacă este necesar, adică se face adăugător conform legii zilei, poate să fie și a treia rundă, și a patra rundă, și așa mai departe. Кто остался? Вова! Треть на табло. Эники-беники, да? Давай. Номер какой? Один. Номер один! Молдавский вид боевого искусства. Трынти. Маршал и Гофман. Ну пусть расскажет, подожди, ну интересно, что такое Трынта? Покажи на Сережу. Ну что такое Трынта? Что такое Трынта? Я не знаю, я просто слышал. Ну хорошо, вид боевого искусства. А, это борьба вроде. Все. Нормально, ну хотя бы борьба определилась. Маршал и Гофмаршал, ДСБ, это судьи. А ты знаешь, чем отличается маршал от Гофмаршала? Только один ответ, а чуть-чуть погуглит информацию. Гофмаршал, это же судья. Он, его слово. Окей, чем занимаются судьи? Считают очки, смотрят,
чтобы не нарушались правила. Молодец. Везучий.